Прошу прощения за то, что так все оборвалось. Вдруг выключили свет. Пришлось ждать. Все, поехали. Так, все, вот теперь точно поехали. Так, на чем мы тут остановились-то? А, там мы ходили. Вперед, только вперед. Ни шагу назад. Ну, тут мы уже знаем, как отсюда что выбраться, где здесь что страшно. А, стоп, здесь надо... А, не, не здесь вроде. Да, не здесь. Нам туда. Там ломится. Видно, да? Видно, что кто-то ломится. Ой, мурашки прям. Вот открыть бы дверь и посмотреть, кто там ломится. Страху? Страху надо смотреть в лицо. Перестал? А если так? Да, все, перестал. Там все закрыто, я проверял. Да, вот сбежал. Не уснуть, Вернике ждет меня там. Где тебя ждет Вернике? Эту заметку мы с вами уже читали, да? Да. Мне надо как-то залезать вот сюда, да? Да. Ой, надо, видимо, быстрее. По-быстрому бежим, бежим, бежим. Двигаем. Да.
бежим вот сюда. Опа-на, они меня догоняют. Убежали, собственно. Ну ладно. Опять? Да пошли вы в жопу, уроды. А куда мне бежать? Ну ладно. Та! Пошел в жопу, урод. Опять надо бежать, опять кроссы какие-то. Блин, ну что за бред? Не могли что получше придумать? Еще одна дверь, бегите сюда. Шли на. Деньги? У меня нет денег, братан. Уходим, уходим, блядский выродок. Это что, рядом со мной кто-то сидит? О, мама моя, а это что за херня? Что за хрень? Давай-давай поболтаем, только не долби меня по щам. Давай, 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 поболтаем, чувак, все в порядке. Окей, here we go, arms and legs inside the car at all times. Все плывет, видать, нормально он мне шлепнул по щам-то. Так, надо осмотреться. Это выход вверх? Ага. Это. I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. I'm in no hurry. No. All right. Я с тобой разберусь еще. Поехали вверх. Придется, значит, спускаться вниз. Всего два этажа. Иди на психах своих ставь эксперименты, урод. Нашел нормального человека. А это, видать, и есть тот самый Вальридер этот. Я, видать, не первый. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up and oh, no movies. And it'll give us a chance to talk. Он голый, ёшкин кот. Долбаный фетишист. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible-thumping. No offense to the man, but I sometimes worry you might just be a little bit crazy. А если я тебя бахну этой херней сейчас? It's understandable. People get scared. There's like the turn of God as anything else. God died with the gold standard. А, ну меня по-любому должен либо кто-то спасти, либо я сейчас сам как-то выберусь. Что он себе захерачил в вены, интересно? Дракашки какие-то.
муравей. Ах ты парикмахер долбаный. Мать твою, отрезал мне пальцы. По одному только. Убежал. Да ладно, хватит орать. Надо мышкой, короче, дрочить туда-сюда. Обязательно камеру надо взять. Это вообще не... Чё? Мать твою! Парень, ёшкин кот, какой же ты слабак. Крови не видел никогда. Лох. Мне надо налево и вниз. I'm here for you. I'll give you very special attention. Так. Он бахнул этого чувака, ну и ладно. А теперь он пошел проверять меня. А я должен бежать. Нужен ключ? Лол. Блин. Так, а мне, может быть, сразу подвинуть эту хрень? Угу, и даже сразу открою. Чтобы как только я ключ возьму, сразу сбежать. Бари, приятель. Блядский выродок. Так, мне нужен ключ. Мужики, есть ключ? Блядь, у меня прям мурашки, сука, по коже. Где он? Мать твою. Иди домой, урод. Домой, я сказал. Открываем дверь, а он открывает. А мы бежим. А я бегу, 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 бегу. Ох, прям. Как же все это страшно, да? Это просто пипец. Так, а где мы можем взять ключ? Ключ, ключ, ключ. А, он ищет.
Nobody likes a quitter. Так, главное вести себя тихо. Может быть, там ключ? Спрячемся пока что. Да. Вот парикмахер, блин. Ну где он? Он же должен ходить как-нибудь вокруг. Бегать от него это не вариант. Это стопудово. Я еще, кстати, уже запутался, где я вообще и как мне к лифту пройти. Музыка играет все сильнее, значит он где-то рядом, по идее, да? Ладно, пойдем посмотрим. Ага, вон он. Видел. Интересно, если он не найдет, он меня сразу бахнет или мы еще побегаем? Не видно ни хрена. Вон, пойдем посмотрим. Офигеть, он кость прям торчит из пальца. Это пипец. Взял, отрезал мне пальцы. Зачем он отрезал пальцы? Да пошел в жопу, урод. Да что ж ты так орешь-то, черт? Орет, как будто не знаю, его режут просто. Тебя еще пока не догнали, чувак. Туалет спрячемся. Hold up there, buddy. I'll be right with you. Иди нах. А, лол, он меня даже не ударил. Ага, не с первого раза. Ну, это мы проверили. Секатором своим. Яйца себе отрежь своим секатором, урод. Да за дверь, долбаный упырь. Так. Да хватит же играть того, и это... В какую дверь он заглянет? Yeah, I should have cut his feet first.
нашел? Не нашел? Изи. Так, а теперь он везде поломал эту хрень. Где карта? Мужик, ты еще жив? Мать твою. Секаторы, блин. Сразу замолчал, аж лох, блин. Ага, смотрит. Не угадал. Где же это? Где же эта карта? А, вон ты где. Я домой послан вообще. А может быть, она совершенно не здесь, где я бегаю? Я вот что тут подумал. Может быть, она не тут. Может быть, она где-нибудь... Вот тут. Так, лифт тут. Никаких дверей нету. Let's teach you the seven habits of highly... Ну, пошел в жопу. Парень, да ты как не страшный. Ты можешь... А, стоп. А это что за херня? А-а-а! Вот, точно, точно, точно. Надо было, наверное, сразу сюда. Так, мне вон туда. В самый-самый конец. Он меня не видел? Вот-вот. Он меня не видел, а зачем он сказал тогда о Бади? Приятель, тамбовский пес тебе, приятель. Ну, я очень удивлюсь, если они вот прямо сейчас я найду ключ, спущусь на лифте вниз и... Я очень удивлюсь, если они меня
отпустит, и на этом закончится игра. Хотя я уже тут многое повидал. Пальцы поотрезали, уроды. Главное не спешить, надо ждать хорошего момента. Ага, вот он идет. Сюда? Я видел его. Единственное, что пугает в этой игре, это музыка. Если бы была подобрана музыка не так, это была бы вообще не хоррор. Так-то никто из них не страшный даже почти. Но этот парикмахер вообще не страшный ни капельки. Но он будет сюда заходить сегодня или нет? Или нам надо его как-то выманить? Надо выманить, по идее, в ту комнату. И пока он в той комнате, мне надо открыть. Ага. Мать твою, он меня видит. Пиздец. Открывай быстрее, блядь. Домой, сука. Юрки, конечно, блядь. Хуй, вот долбаный. Прятаться. Главное спрятаться. Иди, там тебя пациенты ждут. Клиенты на стрижку. На лысо их там помри, в рот. Да-да-да. Иди чай попей. Бля, да он здесь по-любому. Или ушел. А, пох. Камеры его ебаш. Он поссать, он пошел. Долбанный придурок, можно было бы его там закрыть. Да не дыши ты, блин, дай послушать шаги, блин. Вот падла.
Вроде тихо. Уходим. Бляха-муха. А куда идти-то? Откуда я пришел? Так, стоп, а может быть там в туалете эта хрень? Сейчас сюда придет и меня бахнет, короче. Блять, мать твою, сука, как же ты прям вылез из угла, не видно ни хера. На, блять. Уёбок. Бежим я по прямой быстрее. Еще раз меня огрей, по щам мне давай, давай. Может бегать побыстрее начну. Жду-жду-жду. Давай, дружок. А там еще эта херня, причем, которую я открывал заранее, она уже закрыта. Значит, я близко. Недержание, видать, блядь, урод. Да, да, да. Так, короче, надо найти, где ключ лежит. Да, да, да. Пошел нах. Тут ты меня не найдешь. Блин, я замотался шариться под кроватями или в ящиках. Он может быть... Как-нибудь адекватно может себя вести. Он может пойти там, не знаю, в другую комнату, и пока я спизжу этот ключ и пойти. Только потом меня догонять. Если бы только знать, где этот ключ. Короче, надо искать ключ по-любому. А он теперь тут по КД-нибудь будет ходить. Чё, к тебе нет ключа? Да урод, да иди нах! Ты тут за мной будешь, пожалуйста? Будешь! Вот тут и беги за мной. Мать твою. Подожди, подожди, подожди. Тут пока постой. Да нету двери. А, во-во-во-во! Что ж я такой глупый-то, блин, сразу не мог посмотреть сюда. О май гад. Баклажаны, блин. Наконец-то.
заметочка. Так, Дэвид Аннапура. Это третье прошение, о переводе которое я направляю после того, как не получил ответа на протяжении 2 месяцев. Я больше не хочу работать в Mount Massive. Я был санитаром всю свою жизнь, но никогда не сталкивался с подобным уровнем засекреченности и пренебрежения. У меня даже есть подозрение на серьезное злоупотребление в отношении некоторых пациентов. Я лично знаю 2, которые переместили в подвальное отделение. С тех пор их больше никто не видел. Ну, конечно, им там яйца отрезали. Капкан. Она здесь этого уродского парикмахера не будет. Или будет, стоп. Ну, кто-то ломится уже. Ключ по-любому где-то здесь. Это к гадалке не ходи. И как только я его возьму, меня здесь бахнут. Ключ найден. Ну, мать моя! Блять. Готина. Он тут. Что делать? Он тут. Дайте заныкать в толкане. Блядь, сука. Если он меня сейчас бахнет, это будет вообще конец. Что ж ты такой неугомонный, да, доктор? Да похуй на него, короче. А, здорово, урод, выпусти меня. Крыса долбаная. Блин, все ждал меня, сука. Интересно, там как раз сохранилось? Ну, конечно. Так, а мне надо сейчас бежать. Бежать, куда бежать? А здесь, если... А, он там пробил ход, мне надо его выманить. И теперь мне надо пробежать туда-обратно. Хорошо. Хватит смотреть, блин, лох. Задолбал. Было бы намного круче, если бы он так просматривал каждую, и мне приходилось бы прятаться там. Ну, как-нибудь прятаться, короче, по-другому. Не под одну кровать залезть, а прям сразу. В смысле, под несколько, короче, приходилось бы залезать. Так, он пошел вроде, да? Пока он пошел. Ой-ой-ой. Росомаха, блядь. Yeah.
немножко продвигаться. В принципе, можно успеть добежать до выхода. Сейчас он туда опять свалит, попробую. Ну давай, сваливай уже, пес. Двигаем. По-тихому, по-тихому. Fuck yeah. Yeah. Fuck yeah, бля. Иди нахуй, пидор. А теперь бахни его. Я возьму его ножницы, пойду подстригу пару уродов. И, конечно же, мне сейчас придется второй этаж проходить. Да, да. Да, придется второй этаж проходить. Вперед! И с песней. О. Сохранение. Если здесь есть сохранение, значит здесь есть что-то страшное. О, апостол. Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Найдите отца. Закрылись они. А как же мне быть? Прикольно, костерок. А что, нельзя взять фотик? Ладно. Какие же они страшные. Вот скажите, вот это доктор? Это доктор? Это пиздец, а не доктор. Апостол, ты бы хоть, блядь, проводником, что ли, заделался. Ёбаный рот. Нихуя себе. Красотища, конечно.
had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Так, могу выйти через кухню. If you want to live, you can get out through the kitchen. А может, я лучше выберусь? Нахер мне ваш пожар тушения? Пусть горит, я домой хочу. Жена, дети, все дела. Ну, музыка такая, как будто, блин, уже конец. Палец, палец мне отрезали. Парикмахер отрезал мне палец. Видел, не молчи. Нет ничего постыдного в факте расстройства, вызванного стрессом от соседства с душевнобольным. Обратитесь к старшим сотрудникам, чтобы получить помощь консультанта по карьере корпорации Мерк. Игра очень прямолинейная, нет никакого выбора совершенно. Вот это, конечно, печалит немного. Откройте две заслонки. Опять эти заслонки открывать. Бес, кафетерия, лаундри. Ну я понял. А я хочу туда. Ладно. О! Мой жирный друг! Опять вернулся. Как я рад тебя видеть. Три главных персонажа здесь. Парикмахер, этот урод с колотушкой и вот этот жиробас. Ну этот урод с одного раза убивает. Что его надо остерегаться. Долго тут сидеть-то придется, не нахрен, короче, это все в шнягу. Правильно, давай валяй отсюда. А когда я открывал те заслонки, я вроде тоже бегал от него. Король заслонок. Без пальца даже вроде и лучше. Посмотреть бы, куда он там ходит. Ёпта.
я такой бегу, а волосы назад. О, моются мужики. Вы не агры, мужики? Да, я принес. Ты мой, его мой, получше. Охренеть. No complaining now. We have to wash every little part. Одну заслоночку открыли, вторая, наверное, там. Если бы знать, где бегает жарабас. Где они такого нашли? Это психа. Таких надо, не знаю, в отдельных камерах держать. Под 7 замками. Рано валять. Пес. По всем признакам ты пес. Кроме верности. Мать твою, блядь! Ёбаный рот, он меня, сука, догоняет, пиздец! Куда бежать, блядь, не вижу нихера. В стену. Ох. Изи. Теперь надо как-нибудь будет вернуться назад. Даже дверь не открыл сюда. Нет, открыл. Блять, сука. Открыл дверь, да-да. Да-да-да, я видел. Я бочонок, я коробка, не трогай меня. Ага. Съебался, сука. Ага, нет. Все. Понятно, понял. Не дурак.
сейчас свалил. Дай мне теперь. Я не вижу ни хера. Вода это шлепает. А прекратите поливать меня. Ой, блядь, сука, ёбаная тварь! Да я ж тебе мозг, сука, выебу. Хуйло долбанное. Агрится на меня, я всего лишь потушил пожар. А это выход. Или нет? Выход, бежим нахер отсюда. Блять, это еще не конец? Слушайте, а тут я чувствую себя похуже. Апостол, апостол, ты где? Лав, хав. Заметку читав. Я даже не знаю твое имя, но я подумал, в тебе течет та же кровь, что и во мне. Надеюсь, ты станешь... не станешь возражать. И еще я надеюсь, что ты не слишком застрял в тщетной жалости к себе и страхе, что твои страдания тяжелее, чем у всех прочих. Нам всем приходится это терпеть, и ты почти справился. Нет пути на небеса, кроме распятия, и каждому нужен тот, кто вобьет гвозди. Буду рад помочь тебе, жду тебя здесь. Стоп. Он собрался меня распять? Да я его сам. Расхерачу. Дверь, чё? Чё? Стоп, стоп, стоп. Эта дверь открывается ключом. А, ключ. Там моя тачка должна где-то стоять. Или я с какой-то... Ага. Батарея. А, ключ. А, ключ. Везде пробежал. Стоп, это заметка? Да. Так. Для подшивки что-то там, какие-то хрени, неважно.
Где ключ? Мне там дверь надо открыть. Бля, я не хочу возвращаться в эту больничку. Так, оттуда я вышел. Туда нельзя. И где же мне найти этого апостола? Дождь, видимо, идет вообще веками, блин. И не заканчивается. Не-не-не, нам не сюда. Супер, за мной кто-то бежит. Но я пока никого не чувствую. Батареи закончились. Где этот апостол? Скажите мне, пожалуйста. Иди к херам, падла! И что? И что ты хочешь? Демоны долбаные. Да я вас... В рот душу мотал вашу. Вверх. Меня так просто не взять. Почему здесь призраки какие-то летают, а? Бежим. Что делать? Ну, вниз так вниз. Пиздец тут. Конечно. О. Мужик. Как же туха твоя, братан. Закрыто. Заменим, пожалуй, батарейку. Ни хера не видно. Это жиробас. Я чувствую его. Ты воняешь, педрила. Так, куда мне бежать?
Я сегодня выберусь или нет отсюда? Хрена не видно. Твою, что же делать? Я вообще ничего не вижу. Ага, спасибо. А можно еще пару раз? Пару молний, пожалуйста, Зевс. Блять, сука, испугался. А, и правильно, что испугался. Я не бегу, вообще не бегу. Вообще не двигаюсь, можно сказать. Он за мной стопудово, прям четко за мной. В женском отделении мужик. Ну ладно. А в женское отделение я что-то не очень хочу. Бабы, блядь, они страшные. Ладно, нет. Короче, на этом, видимо, надо остановиться. На сегодня, пожалуй, на этом закончим. Да, хочу сохраниться и выйти. Смотрите. Продолжайте смотреть. За нашими выпусками подписывайтесь на группу vk.com/dipsytv. И всем пока.